Новые акции протеста на границе сектора Газа и Израиля обернулись гибелью палестинцев. По данным медиков, которые приводит Рейтер, израильские военные убили по меньшей мере 4 человек, в том числе подростка. Организатор протестов движения «Хамас» заявляет, что не признает государство Израиль со столицей в Иерусалиме и будет и дальше собирать людей у границы. «Мы пришли сюда, чтобы сказать, мы вернемся в Иерусалим и будем молиться там рано или поздно. Это наши земли, это наше право. Наши деды были вынуждены эмигрировать, чтобы спастись, но мы отстоим наше право, мирно или силой». «Мы привели детей, чтобы они знали, что эта земля принадлежит им по праву. Сионисты захватили ее силой. Они убивали наших отцов, наших дедов. Они продолжают убивать здесь нас. Мы пришли, чтобы показать, что Иерусалим не продается. Наша земля и святая земля не продаются». Израиль называет акции протеста провокацией движения «Хамас», которое признано террористическим в ряде стран мира. Военные говорят, что применяли боевое оружие, когда это было необходимо, чтобы предотвратить прорыв забора на границе сектора Газа.